что же ты не сказала? Я бы тебя встретил на станции. Так я сама не знала, когда буду. Какой день? Ну, ой, как там, Николай? Да, при роте он писарем был. А когда наш город Львов взяли, ему унтер-офицерский чин дали. Он при мундире теперь. Скоро Самире не выйдет. А? Кому? Пошла. А всей России. А, не знаю. Должно будет. Она пошла. Пошла. Слава Богу. Ага. Целей не будет. Она. Мы чай тоже не яловые. Мам, а мам, ты тоже не яловая? А ну не крути головой, сиди смирно. Все, готов. Кто следующий? Так давай, Белобрысый. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Николь, чтоб росли. Ай, а вот куда? Деда Миш, дядя Петро меня болванит. Ох, Петро, Петро, ну дьяволы. Срывать. Что с тобой? Что, что, Содом и Гоморра, вот что. Здорово, Шабер. Здорово, Игорь Яныч. Что, Ефросинечка, как? Вернулась вчерась. Павич, попала нам под перемышлем. Попала, чуть. Сила. И когда же кашу расхлебаем? Императору. Чего сражаемся? А все злоба. Жадность человеческая. Были бы люди умнее, не лилась бы кружка. Бог требует человека добра, а человек к человеку здесь. Бог, Бог, чтоб он сдох. Что с тобой, родимая?
Тебе лица нет. Пойди-ка, невестка, перебудь. А вы, мелкота, брысь! Брысь! Господи, прости меня, сохрани с любовью. Укрой и сохрани моего дурака Павла. Беда, мать. Сын наш Павло дезертиром оказался. Ступай, полюбуйся на сукиного сына. В хлеве сидит с Иваном Полетаем. Дмитрий Савельевич поди не знает. Ванька подлец боится отсюда на глаза показаться, у нас укрылся. Тихо! Чтоб не звука! Уходите! За такие дела знаете, что бывает. Не протопите, да пожарче. Шеи, небось, привезли эти герои, не оберешь. А ночью в старый погреб перейдут, на задний двор. Много ли обнаружат? Воля Божья. А что, доченька, домой не идешь? Вон уже и ночь на дворе. А что вы меня гоните? Разве я не дома? Да кто ж тебя гонит, глупая? Во мне хоть все время живи с нами, да ведь дети у тебя там малые. Да и сват что подумает. А батюшка и слова не скажет. Если я одну ночь у родной матери переночую, а за детьми Дарья посмотрит. Я ведь у вас не была с той поры, как от мужа вернулась. Оставайся, оставайся, чего уж там. Да разве ж я гоню? Как это? Оставайся. А ну, сказывайте, что вы тут удумали? Я вот вам останусь. А ну, домой, живо! Вы помолчите, вы заради Христа! Сказывайте толком, что стряслось? Изверг ты, а не отец! Родную дочь выгоняешь из дома, на ночь глядя, да? Кое веки к вам выбралась! А ты, раскрасавица, будешь мордой там носом! Я из-за твоих фокусов не стану ссориться со сватом! Марш домой! Уходи, подшрось от греха. Днем, пожалуйста. Милости просим, приходи, а ночью домой, разъебесная моя дочь. Что думал? Пускай!
Уйди. Уйди. О, Господи. Погодь, погодь. Скажешь ему словечко. Отпусти меня, Иван Митч. Погубишь ты меня. Отпусти. О, Господи. У меня муж. Светла. Конечно. Гурьяна в отместку. Да нет, не думаю. По пьянке. Ты скажи мне, Полифор Кондратьевич, есть Петька Орланина? Как полагаешь? Селе. Того богатства. Реально, с тобой. И пишка порченая, всю беду ходит. Кому надо, тепло очень. Карпуша. Туда. Ты чё? Карпуш, возьми иконку. Да ты чё? Никола чудотворец. Как же? У тебя ж дома нет, я знаю. Стыдно перед людьми, Карпуша. Вдруг Гурьян встренится. Не встренится. Возьми, возьми. Глупая дура. А хорошая помнишь. Благослови тебя. Открывай, Карпуха! Открой, скотина! Открывай, Карпуха, пустое брюхо! Имя государева! Где Мелания? По хуторам пошла. Хлебушка молить. Еще кто дома? Чего извольте? Слыхал, беглых с фронта прячь. Чего? Ничего. Выказывай. Я, ваше благородие, имею собственные достоинства. И будучи христианином, уважающим себя, престол, веру и отечество. А потому мне не подобает прятать беглых дезертиров. А кто прячет, понятия не имею. Ты мне зубов не заговаривай. Ты мне правду скажи. А что есть правда? Если вам угодно, вы кривду запишите правдой. А не угодно, правду кривдой. На то воля ваша. Воля-то моя. Вот съезжу раз по роже. Вот она, правда. Гляди, наш Никола угодник. Стой, стой, погоди. Слышал, что про тебя сказано. Вор ты, стал быть, Карп Иванович. Так, составим протокол по всей форме. Ваше благородие, господин урядник. Конечно, дело, виноватый я, чужие вещи и прочее, но вы войдите в мое положение. Гляньте-ка, изба как изба, ничего себе, как у всех христиан, а углы пусты, помолиться не нахрен. Что, Карп Иванович, придется тебя судить, а сейчас взять под стражу, делать нечего. Закон он требует, чтобы все было как есть, по порядку. Зачем судить, ваше благородие? Человек сознался, судить не надо. Сразу же судить. Да ты сам, Гурьян,
Всю жизнь воровал. Воровал, Карпуша, но с умом. А ты дурак. Вот за это тебя научить. Маленько надо, если их высокоблагородие позволят. Легонько, 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 тихонько, тихонько. Бурянушка, не балуй. Ты куды меня? Куды спрятываешь? Легонько, куря, не имеешь пробов. Имею. Спейте, ваше благородие. Ага. Эх, снегом занесло все. Занесет. Эдкой силы. Ты вот тут в тепле сидишь. Я должен наблюдать. Слышал я, ваше благородие, что вы по ночам фальшивые деньги ищете. Какие там деньги? Ерунда какая-то. Ну что, Аверьяныч, пишут твои служивые там? Пишут, пишут. Фросинья вот навещала мужа, а Павел вон по другим фронтам. Ну и скоро ли домой с победой-то? Да уж скоро, ежели не убьют. Да, Аверьяныч. Война. Видишь, Аверьяныч, проклятые швабы с австрияками пиво-то перепились, мы зачали кровопролитие. Ну ничего, мы им ребра-то пообломаем. Унтер-офицер, стал быть? Эдакие молодцы. Ваньку Полетаева никто не встречал на фронте. А ты чего тут прячешься? А? Я не прячусь, я слушаю. Тебя как зовут-то? Ванюшка. Ты у нас большой или маленькой? Большой. Ну, а дядьку Павла помнишь? Помню. Ну и где же он теперь? Ерманца бьет револьвертами. Наплодил. Алексеич, матюшка. А? Бабушка. Здравствуй на угощение.
умрешь. Пойдем. Ходишь по селу неприкаянной. Одысю Креловых забор снес. Овен разметал. Ой, Фома-то, Кривов, прилом тебя оглубли. Огрел. Ой, не балуй, Курьян. Ох, не балуй. Лето Семена врагом поломал. Ну, за что? А если б не я? Он тебе коровенку подпустил, а ты? Уйми, Гурьяна! Уходи, Гурьян! Иди, Гурьян, иди. Как вот веси воскресенье, живот и покой, усопшего раба твоего, новопреставленного Гурия Христе Божий наш, и тебе славу воссылает, со безначальным твоим отцем, со пресвятым и благим животворящим твоим духом, ныне и пресней во веки веков. Аминь. О блаженном успении, вечный покой, подожди Господа, усвшему рабу твоему новопреставленному Гурию, и сотвори ему вечную память.
вышла. Царя! Слышь? Спихнули. Миколку. Чего мне там идет? Что ж теперь будет с вами? Держаться надо. У него ума на всю Россию хватит. Керенский спаситель России. Храбрости в нем маловато. А то бы он правил России хорошо. Нахрен ему храбрость. Он что, генерал? Генерал не генерал, а немц побить может. Вот, Александр Федорович и доведет войну до победного конца. Другой власти русскому народу и желать не надо. Нас всякая власть грабит. А мы ей кланяемся, мое почтение. Желать власть надо тоже с разумом. Надо еще посмотреть, что за власть и какая в ней может быть польза народу. Если видишь, власть сильная, справедливая, помоги ей. А если которая слабая и к народу не склоняется, то нахрен мне такая власть нужна? Власть, власть. Не можешь слазь. С Божьей помощью и со всей нашей Россией Александр Федорович выведет истрадавшееся наше отечество на широкий путь прогресса. Фу. Да на кой ляд мне такое отечество? Если меня убьют, или семья с голоду подохнет. Ты, Иван Павлович, видно, немецкого газ не глотал. Вот глотнешь его газ-то, вот тогда и посмотрим, закричишь ли ты. Война до победного конца. Пущай, епишка Савкин воюет, а нашим ребятам хватит этой войны по горло. Даже хочешь присесть? Давай, валяй. Основной смысл революции – земля, торжество крестьянина. Партия эсеров, Керенский – единственные надежные представители интересов трудового крестьянства. Керенский и его правительство за народ. Не для народа они живут. Нет для них никакого народа. Ими же его всуе признают, чтобы народ колпачить и на его дремучести машину себе набить. Вон, при царе Савкин Пивкин и при Керенском Пивкин Савкин. Ничего мы не можем. Зря только языком болтать. Ваше благородие, а дозвольте спросить... Любопытствуем, ваше благородие. А, дозвольте спросить. Теперь, Карп Иванович, мы все России граждане. Дозвольте спросить, гражданин урядник. Ну-ну. А ежели царь сызнова возвернется, тогда как? Тогда, Карп Иванович, ты сызнова называть станешь меня благородием. Во как? Во как? Во? А есть у меня к тебе теперь вопрос. Дорогой ты наш пролетариат. Царя стало быть скинули. А могу я теперь на Савкиных в суд подать? За увечья. Кое звери, за поганую икону, будь она неладна, учинили, а? Могу? Аль нет? Можешь, только маленько обожди. А, и сколько же я должен ждать? Сказано маленько. А, найдется и на Савкиных, и на Пивкиных управа. А, земля будет крестьянская, и фабрики отдадут рабочим.
и замирение с кайзером будет. Есть люди, которые хотят счастья для всех. Да? Это там о моем счастье заботится. Опять же, какое оно счастье мужицкое? Где оно счастье? Ты, к примеру, Пашка, знаешь, что есть мужицкое счастье? Я знаю. Мне он мое счастье определил Илья Спиридонович, Фроськин отец. Придут и скажут, вот тебе счастье. Такого счастья не развал в жизни. Нет? Его самим искать надо. Самим мужики заправешь браться надо. Это ты крепкие слова говоришь, Иван. Это дело. Возьми меня с собой. Я тебе помогу. Возьми. Не бабье это дело. За детьми поглядывай. Норовят на льдине покататься. Утонут еще. Я уж один. Пойдем же, пойдем, Миш. Пойдем же, пойдем скорее, Миш. Нынешней ночью запой был. Продали меня за Савкина Андрея. Просватали. Пойдем. Уйдем, Миш, в глушь далеко-далеко. Где по ночам воет волчица, где дурным голосом кричит Филин. Весь того же день до самой ноченьки буду ласкать своего милого. А там пусть отдают за супостата Андрея Савкина. Скажу ему, что порочен. В первую же ночь после венца, что не для него хранила любовь мою. Андрей выгонит того и нужно. Буду женой твоей. От чего ты не хочешь идти со мной?
Женись, Катя. Сынок, в старой баньке. Побудь, батя, за ворота гляну. Свобода. Беглых солдат ловит, слыхал? Либо прямо на фронт бавить, либо штрафные роты. Вот тебе свобода для всего народа. Вот тебе. А Иван-то где? А я его от греха на малых гулках укрыл. Чего это они? Что? Стреляют чего? Не знаю. Ну что ты молчишь? Доволен тебе? А то очень даже довольный. Наш поди, как ждал тебя. Ждал? Зачем ты ждал? Зачем тебе чужая жена? Фрося. Вот теперь уже и Фрося. Обрадовался, довольный. Ох, кобели вы, кобели. Хоть бы вас постреляли там всех. Чему тут радоваться? Бросила дура беспутная. Из-за тебя жеребца троих малых детей. И прибежала. Этому ты рад, что ли? Вот, осерчил. Не силком же я тебя сюда. Молчи уж, не силком. Тоже мне и святой выискался. Да если бы ты меня сюда обманом заманил, может, мне легче было бы. А так сама, по доброй воле. Ой, боже, ужас-то какой, господи. Не тронь меня! Прости меня, Иван Дмитриевич. Вот и разревелась. Ни с того, ни с сего. Сама к тебе бежала, бежала. И вдруг слезы. Было бы с чего. Спаси тебя, Христос. Нет. Он меня не спасет. Спасет. Разве мы виноваты? Ладно, будет об этом. Что с нами дальше-то будет? Не знаю. Ваня.
Семь бед, один ответ. Что жив. Успокойся. Ну, вставай, вставай. Пойдем. Вот я Коля, с приездом тебя. Отставить! Коля. Отставить! Заявился, все такие дураки, или ты только один? Мерзавец. Запалю, сукина сына. Ты сболтнула, глупая баба. Да что ты такое надумал, отец Господь, с тобою? Молодое дело, помирятся. Фрусь, детенька, ты бы в ноги ему, в ноги. Вот того охолонит. Помнится, простит тебе. Ну, с кем греха не бывает. Фрусь. Прости меня, Коля. Ради Христа. Thank you.
Не надо, Фросенька, не надо, не надо, не надо. Ты, Булюшка, шла бы ты домой, убогая. Ступай, милая, ступай. Давай, давай, Марфа. Старик отец поди ищет тебя. Давай, давай, давай. Пошли, 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 пошли. Пошли, моя хорошая. Не гони это ее. Что она тебе? Ступай, ступай, сердечная. Ступай. Садись, садись, милая. Садись. Мы тут все свои. Своим семейством. Плыви, плыви. Плыви. Машеля Андрея, произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль, бояти себе в жену сию, Юлианию, и уже зде пред тобою видишь. Имам честный отче. Не обещался ли еси иной невесте? Не обещался, честный отче. Имашеля произволение благое и непринужденное, и твердую мысль, бояти себе в мужа сего, Андрея, Его же пред тобою зде видишь. Им, святый отче. Не обещалось ли еси иному мужу? Будьте вы все прокляты, душегубы! Душегубы! Thank you.
обещается раба Божия и Юлиания рабу Божию Андрею во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже наш, славою и честью венчаю я. Господи Боже наш, славою и честью венчаю я. Господи Боже наш, славою и честью венчаю я. Не опускай, не опускай. Вот, вот так. Ой, Боже. Ой, Боже. Ой.
хороши. Внучиком тебя с мужиком Спиридоныч. Дед Михайло пошел.